Это настоящая трагедия. Надеюсь, ты сможешь ее пережить. Иди сюда. Скоро уже год. Я кое-что задумала, и мне нужна безбашенная напарница. Телебашня Б-67. Я с тех пор не... Бекки, если не посмотришь страху в глаза, будешь бояться всю жизнь. Ладно, давай. Заберемся на твою дурацкую вышку. Я так рада! Приветик! Привет! А я зажигала. Еще как! Вот такая Бекки и нужна, чтобы покорить вершину. Офигеть! Блин, Хантер, во что мы ввязались? Так, держись позади меня. Главное не торопиться. Видишь? Легкотня! Ты молодец! Бекки, еще чуть-чуть! Давай, смелей. Что это было? Хантер! Господи, это... Хантер, как нам слезать? Сигнала нет. Вода осталась в рюкзаке. У нас 15 метров веревки. Думаю, смогу спуститься ниже. Придется прыгать на рюкзак. Хантер, нет! Хантер! Мы слабеем с каждым часом. Если бы кто-то вызвал копов, они бы уже приехали. Помнишь, что Дэн говорил? Если боишься умереть, не бойся жить. Вышка. Какая ночью будет температура? 40 ниже нуля. Мы воюем не только с врагами. Мы с самим Богом воюем. Лежать! Доказывать свою мощь придется в бою. Не подходите! Опасно! Ловите! Каждый из нас слышал много невероятных историй о некой болотной девочке. Брошенном ребенке. Раньше у меня была семья. Они звали меня Кия. Девочка-изгой, выживавшая в одиночку на болотах, которую все ненавидели. Привет, мисс Кия. Говорят, вам нужны мидии. Иногда я чувствую себя невидимкой. Как будто меня здесь нет. Ты здесь. Ты очень красивая. Давай познакомимся поближе. Убийца не оставил никаких следов. Совсем никаких? Самое страшное в жизни – это когда на тебя охотятся. Его убила болотная девочка! Я знаю, что у тебя есть причины всех их ненавидеть. Нет, я здесь ни при чем. Это они презирали и унижали меня. Хотите, чтобы я признала вину?
Не дождетесь. Я не дам им себя растоптать. Никому еще не удавалось побороть мою волю к жизни. Там далеко, где поют раки, болота поведали мне простую истину. Загнанный зверь готов на все ради спасения. Там, где раки поют. Имя объекта – точка отсчета Ковчега-1. Она – основа всего нашего эксперимента. Девчонка пропала. И кто же выпустил ведьму? Пойдем со мной. Спасибо. Ты спасла мне жизнь. Она поживет у нас. Давай и тебя тоже отправим на конкурс. Где сейчас? Девчонка. Ты что, действительно не знаешь, кто ты? Или ты нас разыгрываешь? Этого не может быть! Попалась. Их нужно ликвидировать. Эксперимент «Ведьма». Дамы и господа, представляю вам восьмое чудо света. Единственный и неповторимый Пиноккио! Привет, папа! Что происходит? Почти настоящий мальчик. Повернись, дай на тебя взглянуть. Я буду здесь, когда ты вернешься. Пиноккио разгуливает по улицам без зазрения совести. Можешь себе представить, во что он может вляпаться? Не хочу, чтобы это было на моей совести. Любой и каждый, любой хочет кем-то быть. А я хочу быть настоящим. С какой стати тебе хочется быть настоящим, когда ты можешь быть знаменитым? Пиноккио уже должен был быть дома. Пиноккио! Ты больше не будешь марионеткой. Это уж точно. Пиноккио, будь храбрым. Честным. И бескорыстным. Ты всегда будешь моим настоящим мальчиком. Пиноккио. Ложь вполне может изменить человека, Пиноккио. О, что происходит, Джимини? Похоже на какое-то странное волшебство. Каким-то образом связанное с твоим носом. Знали бы вы, как мы рады вас видеть. Я рада, что приехала. Его зовут Джуль. Ему 8 лет. Вот ваше гнездышко. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Здравствуйте. Вы новая учительница? Здесь что-то горело не так давно. Что это было? Несчастный случай? Можно и так сказать. Пропал ребенок. Ты с ним дружила? Его очень долго искали повсюду. Нам не разрешают об этом говорить. Это чудовище. Оно появляется по ночам. А-а-а!
случилось? Там что-то было. Вы не слушаете, но я все равно скажу. Когда в деревне ложатся спать, он обретает силу. Он приходит и пожирает наших детей. У шпионов есть уловка. Если хотите мгновенно установить эмоциональный контакт, посмотрите человеку в глаза и не отводите взгляд, пока не поймете, какой у него цвет глаз. Привет. По его словам, это безотказный метод. Чем ты сейчас занимаешься? Работаю. Я хочу кое-что показать. Боже мой! Я люблю тебя. Я давно хотел кое-что рассказать. Мое настоящее имя — Роберт Фригард. Я сотрудник службы безопасности Британии. Ми-5. Ты во мне сомневаешься? Роберта Фригарда обвиняли в слежке и домогательствах к девушке. То есть это все выдумки? Да. Это проверка на доверие, Элис. Роберт Фригард похитил мою дочь. Прекратите звонить. Я на твоей стороне. Всегда. Мисс Арчер, констебль Сони Чандра, полиция Лондона. Мы связались с коллегами из службы безопасности. Он там не служит и не служил. Элис Арчер. Элис Арчер. Ох, ты ублюдок. Чертов мерзавец. Помоги его отыскать. У нас всего один шанс. Работаем сообща. Взгляни на себя. Ты в раздрае. Манипуляторы всю жизнь уничтожают других. Не понимаете? Он никогда не остановится. Раскрой свой секрет. Мой секрет? Что ты скрываешь? Он промыл ей мозги. Он умеет убеждать людей. Элис, мне жаль. Он у меня в голове. Я должна в последний раз посмотреть ему в глаза. Шпион, которого не было. Он однажды сказал: каждый хочет поверить в какую-то историю. Какую историю вы хотели услышать? Медицинские опыты. Готовы поучаствовать? Я знаю, что они творят с испытуемыми. Я лучше на стуле поджарюсь. У меня была цель – излечить все болезни в мире. Всем заключенным вернуться в камеры! У нас карантин! Еще один заключенный умер. Вы же сами подписались на опыты. Чего вы ждали? Страшно подумать, через что прошел этот мужчина. Я уже 9 лет работаю с убийцами. Ты их не убивала. А разве это важно? Да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа. Избавит от грехов, спасет тебя и вознесет. Как тебе удалось смириться со смертью? Видишь, не люди, стреляй. Они все люди. Проклятый остров. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Мама, а я знаю, кем буду, когда вырасту. Ну и кем же? Мини-ботом. Мы нашли дом Артура. Чего остановились? Узнаю дорогу. Есть кто дома? Вам что надо? Не подскажете, мы ищем дом, в котором снимали фильм. Езжайте отсюда, тут всякое бывает. Похоже на поле возле дома Артура. Водонапорная башня, та самая! Осторожно! Ты как здорово! Даже тот игрушечный поезд.
маньяки. Нужно валить отсюда. Что это? Охранник нас предупреждал. Погуди три раза. Машина не едет. Это бесполезно. Нужно бежать. Хочешь мир мини-путов? Пришел час. Полнолуние. Мы позаботимся о тебе.